Всем привет, на связи Владимир Шамшурин, и у меня есть для вас невероятно классная новость. Вообще, ребят, хотел как-то пафосно и красиво завернуть, но мне проще будет говорить обычными русскими словами. Ребят, если вы давно смотрите мой канал, но так и не можете заставить себя действовать, у вас сейчас есть отличная возможность все-таки получить этого пинка, взять себя за яйца и начать что-то делать, начать менять свою жизнь в лучшую сторону. Чем отличается мужчина, который боится подойти к женщине, который смотрит им вслед, думает, вот какая классная задница, я бы вдул, а потом дальше идет на работу, и его день продолжается так же скучно и ненасыщенно, от мужчины, который легко соблазняет, знакомится, подходит, проводит свидания, занимается сексом. Да ничем не отличается. Все ограничения на самом деле только вот здесь, они в твоей голове, мужик. Вот. И на самом деле изменить тебя – это вопрос нескольких дней, даже не лет и даже не месяцев. Это самое прикольное. Настало время избавиться тебе от всех своих ограничений, которые мешают тебе начать жить полноценно. Поэтому я приглашаю тебя на тренинг. 1 ноября будет самый масштабный онлайн-тренинг проекта «Все твои» по соблазнению. Он называется «Соблазняй лучших, оставайся собой 2.0». Мы соберем в онлайн-формате 1000 настоящих мужчин, 1000 человек, жаждущих изменить свою жизнь в лучшую сторону. Это будет поистине самый масштабный онлайн-проект за историю существования пикапа. Я уверен, что и ты будешь в их числе. Да, мужик, иди отсюда, не мешай. Итак, ребята, подробности о тренинге. Что будет? Запись на тренинг будет только 2 дня, 28 и 29 октября, поэтому следи за новостями на канале, а то ты просто можешь не успеть, и ты опять просрешь очередные месяцы своей жизни, а может быть даже годы. Что будет и в чем отличие от предыдущих тренингов? Это будет 7 занятий вместо 6, которые будут длиться 2 недели, даже 2,5, через 2 дня на 3, по 2,5 часа в онлайн-режиме. Второе занятие этого тренинга будет полностью посвящено страхам, проработке страха подхода, дискомфорта, твоего самоощущения рядом с девушками, на улице, на людях и наедине с самим собой. Его будет вести легендарный человек, это легенда российского пикапа, по праву его можно назвать дедушкой российского пикапа, сейчас это специалист по внутренним состояниям, тренер Сатори Максим Красочкин, человек, индивидуальные консультации которого стоят от 300 тысяч рублей. Это поистине человек-легенда и мой духовный наставник. Плюс к тому, будет организован круглосуточный чат поддержки. Что это значит? На нашем форуме мы создадим специальную закрытую группу, в которую доступ получат только участники тренинга. В этой группе ты сможешь круглосуточно писать свои вопросы, которые у тебя возникают относительно женщин. Что-то получается, что-то не получается, не хватает мотивации, не хватает яиц, что сделать в той или иной ситуации. И мои помощники будут практически в этот же момент отвечать тебе на эти вопросы в онлайн-режиме. То есть они тебе дадут исчерпывающую информацию, плюс супермотивацию, получив которую ты просто не сможешь этого не делать. Я хочу дать тебе как можно больше пользы, я хочу дать тебе самый большой, самый лучший результат в твоей жизни, потому что, как знают люди, которые со мной работали, и мои ученики, твой результат мне нужен намного больше, чем тебе самому. Это дело принципа. Но это еще не все. На 6-м занятии я проведу уникальную штуку, которая называется ЖМК, женский мастер-класс. Обычно мы проводим такие вещи на живых групповых тренингах в Москве. Что это значит? Это значит, что мы возьмем живую красивую девушку, приведем ее в студию, и на ней я буду показывать тебе в прямом эфире, как трогать, возбуждать, кинестетить, как прийти к сексу уже на первом свидании, как расположить девушку к себе так, чтобы она сама уже на тебя набрасывалась и целовала. Плюс ты будешь задавать ей вопросы в чате. И это будет бомба, потому что в отличие от тех девушек, к которым ты подходишь на улице и которые тебе говорят, что я не знакомлюсь, я не хочу, я не общаюсь, мне не нужен секс, она будет говорить тебе правду. Она будет говорить то, что есть на самом деле. И ты сможешь спросить у нее все, что ты хочешь, любой свой самый сокровенный вопрос. Поскольку будет очень много народу, то ты обязательно найдешь себе напарников, скажем так, сослуживцев и коллег в своем городе, с которыми ты будешь вместе выполнять задания этого тренинга, и тебе будет намного легче. В этом тебе поможет проект «Поле». Об этом проекте узнай из группы ВКонтакте, которую ты увидишь под этим видео. Итак, количество мест ограничено в 1000 человек. Это будет самый масштабный онлайн-тренинг, но технически площадка не позволит вместить больше. Если тебе нужны подробности, то смотри за моим каналом, смотри за следующими видео, я буду рассказывать более подробно. Плюс, все, что тебе нужно сейчас знать, ты можешь прочитать на сайте, который видишь под этим видео. Увидимся 1 ноября, тут пошел дождь, пока нас не намочило, я побежал. Пока, счастливо.